Что нужно, чтобы стать разработчиком Python и через полгода понимать, что делать дальше с любыми языками программирования? Нужны три вещи. Здравствуйте, ребята. Читать документацию, читать исходный код, сложить вместе документацию и код и написать свой код. Иными словами, идти через код и документацию. И это все. Вы можете открыть абсолютно любой продукт программирования. Там будут всегда только две вещи. Документация и исходный код. Это и есть материал для работы программиста. Как этого достичь? Освоить систему работы с кодом. Примерно 400 вопросов отработать и написать за эти полгода по минимуму 7000 строк кода. Что за система? Ну, во-первых, вы можете на канале много видео найти, посмотреть, да, индивидуальное обучение, да, и увидеть очень много видео, которое, какое-то видео вам станет понятно, интересно и ляжет на душу. Подход прост. Когда мы открываем абсолютно любой язык программирования, мы видим очень много информации. На самом деле, здесь можно выделить всего 4 конструкции. И открывая исходный код, мы тоже видим всего 4 конструкции. Все остальное – это смысловые вещи, которые обслуживают язык программирования. Вот название этих конструкций. Функция, метод, класс, экземпляр. Эти конструкции работают абсолютно одинаково во всех языках программирования. Это первое. Эти конструкции работают абсолютно по одним и тем же законам. Читая книги, что делаем обычно? Вот я делал первые 4 года, что делают многие. Копируют код. Вставляют, считают, что поняли, но ничего не понимают. Проверять себя очень просто. Откройте исходный код, либо вы читаете, значит, все нормально. Как правило, после прочтения книг исходный код вы не читаете. Это гарантированно. Значит, что надо сделать? Перестать бежать от исходного кода и документации. Каким образом освоить эту систему? Полгода надо, по минимуму. Все просто. В описании есть ссылка. Нажмите «СПБ-тут» индивидуальное обучение. И посмотрите видео, почитайте. Записаться индивидуально, разные планы. Важно настроиться. Через полгода будете читать исходный код, будете читать документацию, будете понимать, что там написано, и принимать решение на написание собственного кода. Найдете схожесть с другими языками и поймете, что подход к любому языку абсолютно одинаков. Разные синтаксис, разная реализация не влияет на законы программирования. Законы программирования, это, например, объект первого класса, объект высшего порядка, они одинаковы для всех языков программирования. Вот и все. Спасибо.